Всем привет! Я Полина. Очень давно не показывала моих котят. Они очень подросли, и я решила вам показать сегодня видео, когда я им дала новую игрушку, которую вчера вечером только получила. У меня есть еще видео о том, как они играли раньше, и все это еще когда поменьше были, но я их не выкладывала. Может быть, я выложу, если вам интересно, конечно. Но наблюдать за ними, как они знакомились с новой игрушкой, ну, просто невероятно смешно было. Это получилось, конечно, длинное видео, ну, для некоторых. Но я вам хочу сказать, что я получила огромное удовольствие, и я наблюдала за ними уже после того, как перестала снимать. А Яник, хочу вам напомнить, это который с белой мордочкой. А Виконт, Вик, он мордочка у него полностью черная, а вот этот вот манишка намного больше, чем у Янчика. И вот они так красиво играли, так здорово, но Виконт, он и есть Виконт, он потерял интерес к этой игрушке гораздо быстрее, чем, вернее, Яник до сих пор им играет, а Вик решил, что это невозможно поймать эти шарики, и периодически уходил. Но Яник его вдохновлял своей энергией и энтузиазмом, и поэтому Виконт все возвращался и пытался тоже поймать. И еще было очень смешно смотреть, как они пытаются найти эти шарики внутри. Заглядывали туда, лапами лазили в эту башенку. Очень смешно, я вам говорю, это было очень смешно. И как смешно, и как они показывали свои животики красивые, когда они крутились, я переложила на коврик, они там крутились и показывали свои животики. Ой, я просто их расцеловать готова была. Ну, хорошо, лучше посмотрите, чем я буду говорить. И через какое-то время закончилось тем, что Вик просто лежал на кофейном столике и наблюдал, как Яник пытается поймать эти шарики. Музыки никакой не будет. Я считаю, что музыка просто неуместна. Вот, просто посмотрите и получите удовольствие от моих котяток. Ну что ты смотришь?